Бетонные перекрытия, мешки со строительным мусором. На контейнерной площадке на улице Пролетарской 12/15 следы недавнего ремонта. Сотрудники отдела экологической безопасности управления ЖКХ провели рейд по выявлению несанкционированных свалок строительных материалов. Следующая точка – Ленинградская 9. Здесь тоже местные жители не позаботились о вывозе мусора в установленном порядке. Строительные отходы должны вывозиться отдельно от твердых коммунальных, и для этого нужно заказывать отдельный контейнер, бункер, или даже бывают службы, которые вывозят его по килограммам, по мешкам. Но многие граждане сбрасывают его просто на контейнерные площадки, и что представляет проблему и для города, и для общества, и для регионального оператора, занимающегося вывозом твердых коммунальных отходов. Мария Павлова отмечает, контейнерная площадка на Ленинградской 9 находится в обзоре видеокамер, которые устанавливают в Химках по программе «Безопасный регион». Благодаря этому установить нарушителя будет достаточно просто. Физическое лицо заплатит до 2000 рублей, должностное – до 5, юридическое – до 100 тысяч. Андрей Липанов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.